Привет, меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью, и сегодня я хочу презентовать то, что давно собиралась сделать. Дневник исполнения твоих желаний. Каждая из нас много мечтает, каждая из нас боится немножко мечтать, не знает до конца, как это делать правильно. Поэтому я создала дневник исполнения желаний, который отныне ты можешь использовать на протяжении всей своей жизни для того, чтобы научиться делать так, чтобы твои мечты сбывались. Самая главная фишка этого дневника, что при покупке ты получаешь его в электронном варианте. Платишь один раз, а использовать можешь всю жизнь, распечатывая его каждый месяц столько, сколько тебе будет хотеться, чтобы твои желания исполнялись. В этом дневнике я учла самые простые, но самые базовые и рабочие вещи, которые, собственно, работают в исполнении желаний, поскольку я регулярно провожу много разных марафонов, учу, как это делать. И одним из самых важных моментов является постоянно настраивать свой мозг на свою цель. Постоянно повышать свою энергию и делать так, чтобы точно мозг знал, чего он хочет. А, собственно, когда он знает, чего он хочет, появляются и пути получения этих целей. В этом дневнике прекрасно все. Во-первых, я сделала два варианта. Один вариант для девочек, другой для мальчиков. Этот вариант у нас для девочек. Можно это дополнять. В этом дневнике у меня около 150 страниц. В распечатанном виде он выглядит вот таким вот образом. Здесь есть практики и упражнения на каждый день в течение одного месяца. Месяц заканчивается, и можно распечатать себе новый дневник. Поверьте, здесь все очень понятно, очень просто. И каждый день, уделяя 15 минут времени, вы можете работать над своими желаниями, мечтами, и вы увидите, что многие из них начнут осуществляться прямо во время работы над ними. Я уверена, что это станет прекрасным подарком для вас, для вашей подружки, а может быть и для вашего парня, который отлично знает, что желания непременно исполняются. Нужно просто научиться правильно мечтать. Поэтому вы можете сделать этот подарок как себе, так и кому-то другому. Уверена, что этот дневник поможет вам осуществить очень много своих желаний. И, конечно же, вы будете получать приятное эстетическое наслаждение. Хочу напомнить, дневник продается для мальчиков и для девочек. Дневник вы можете купить только в электронном варианте и распечатать его самостоятельно на любой бумаге, в любой типографии, так, как вам захочется. Либо же вы можете заказать также и печатную версию, которая напечатана так, как у меня, с идеальной бумагой, идеальным качеством, идеальными картинками, которые здесь есть. В общем-то, если вы любите именно такой перфекционизм. Поэтому делайте свой заказ, выбирайте, и пусть ваши желания исполняются.